Областная профильная смена военно-патриотической направленности «Снежный десант-2021» в рамках программы «Губернаторский лагерь» пройдет в конце марта. Место проведения соревнований на базе детско-юношеского оздоровительного центра «Северный Артек». Участниками станут команды магаданских школ и команда молодежного патриотического клуба «Наследие». Клуб – это организация, привлекающая молодежь города к изучению истории родного края и отечества, воспитывающая у молодежи дух патриотизма. Сейчас в клубе юноши и девушки проходят активную подготовку к соревнованиям. Мы, именно клуб, принимаем участие в качестве участников. У нас сейчас идут тренировки. Это и строевая подготовка, это и огневая подготовка, разборка-сборка автомата, стрельба. Это физическая подготовка, также там есть домашнее задание, то есть там творческий номер готовим, очень интересный. Ну, надеюсь, будем побеждать. По словам Данила Сомова, первоначально проведение соревнований планировалось на конец февраля, но из-за пандемии сроки проведения сместились. Теперь тренировки проходят с минимальным количеством участников, группами до 5 человек, с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции. На базе клуба тренируются также 2-я, 28-я и 29-я школы. Заявки на участие подали 16 команд.